Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. В сегодняшнем видео я покажу, как на устройстве Huawei P50 Pocket включить стабилизацию изображения в камере устройства при съемке видео. Итак, для этого мы заходим в камеру, и теперь у нас включено фото, нам нужно выбрать видео. И здесь, в левом верхнем углу, мы видим такой значок ручки, на который нужно нажать, и, в принципе, стабилизация картинки уже включена, и теперь ваше видео будет получаться более плавным и приятным для просмотра. На этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.